За 4 месяца в Мордовии собрано 4 миллиарда 391 миллион рублей. Это 95% от уровня прошлого года. Федеральный бюджет получил 1 миллиард 47 миллионов, территориальный – более 2 миллиардов. Консолидированный бюджет остался фактически на уровне 2009-го, а вот налогов и взносов на социальные нужды на 5% стало больше. Объем платежей практически не упал. Он практически остался на уровне прошлого года. А по таким налогам, как НДФЛ, даже есть прирост. Тем не менее, объем сбора отдельных налогов заметно сократился, и в первую очередь снижение финансовых показателей коснулось крупных предприятий. Оборот организаций по видам экономической деятельности в январе-марте 2009 года составил 81% в действующих ценах в первому кварталу 2008 года. Все это отрицательно отразилось на поступлении налоговых платежей и взносов. Более всего снижение коснулось налога на прибыль. За первый квартал собрано 509 миллионов. Это лишь 70% от прошлогодней суммы. Налог на прибыль является, наверное, более чувствительным к изменениям, во-первых, экономической ситуации. Во-вторых, значит, у нас с 1 января 2009 года изменилась ставка налога на прибыль. Если раньше она была 24%, то с 1 января она стала 20%. Обеспокоены налоговики ростом убыточных организаций. Их 560, то есть каждая седьмая в республике. Из-за этого все больше людей получают деньги в конвертах. Над легализацией зарплаты обещали работать еще более плотно вместе с правоохранительными органами. Николай Кучканов, Евгений Мартынов, Вести, Мордовия.